В Ростове минувшей ночью загорелась квартира на третьем этаже в доме по улице Островского, 7. В 21:15 на пульт сотрудников МЧС поступило сообщение о пожаре. На тот момент, по оперативным данным, площадь возгорания составляла 120 квадратных метров. На месте работали 12 единиц техники и более 50 человек личного состава МЧС. 21:38. По прибытии дополнительных сил площадь продолжала развиваться. Ранг пожара был увеличен до ранга пожара номер 3. После этого началась эвакуация жильцов. Ради разведки было установлено, что установка подъемных механизмов отсутствует. Здание находится внутри дворовой постройки. Работать можно только через чердачные перекрытия. Из-за угрозы обрушения кровли жильца было выведено в безопасное расстояние. В настоящий момент работает по максимальному номеру рангу пожара номер 4 в Ростовском местном пожарно-спасательном гарнизоне. Всего задействовано более 120 человек и 30 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано почти в час ночи, а полностью огонь на площади 350 квадратных метров потушили ближе к 4 утра. Было эвакуировано 18 человек. Пострадавших нет, сообщают спасатели.